Ну что, друзья, всем привет. Кое-как оклемались после падения на мотобайке. Вот, сегодня хотим поехать на соседние три острова, которые соединены песчаной косой. Сейчас будем искать лодку такси на ту сторону. И там пройдемся по всем островам. Птички поют. Где наша говорящая птица? Здесь вот наша говорящая птичка. Ну что говоришь, птица? Сурикат. Hello. Сейчас попробуем контрактовать вот эту большую лодочку. Значит, 300 бат с человека. Сейчас 10 часов, возвращение 4 часа. Сами острова находятся относительно недалеко. Вот тот остров, один из островов, видно. То есть он находится прям в достаточной близости. Не знаю, ну, наверное, минут 20-25 туда на лодке все равно будем плыть. Получается, вот этот остров отдельно соединяется косой вот с этим островом, на котором мы сейчас причалим. А вот тот большой, это третий остров, он тоже соединен косой. В общем, это надо все посмотреть сверху, чтобы понять, как это выглядит. Thank you.
нам не повезло, здесь какая-то большая делегация приехала. И сейчас будут брать входные билеты. Да, здесь вход на остров, как всегда, платный. Если не ошибаюсь, сказали 250 бас человека. Наньянг Исланд Ресорт. Закрывается в 4 часа. $250 с 9 до 4. Тут здесь находится непосредственно отель и сам курорт на среднем острове. Сейчас вода еще высокая, волны, но после обеда будет отлив и песчаная коса выйдет полностью. На Катао очень много дайверских школ. Дайверы здесь любят тусовать. К сожалению, на снорклинг мы не попали из-за моей травмы. Я думаю, места здесь для дайвинга хорошие места. Вот это самый большой остров из этой троицы. Там вроде бы я тоже слышал, что есть какой-то отель, но так вот не могу сказать. Вижу, что сейчас какие-то там дома полузаброшенные. И люди в основном здесь на пляже отдыхают. А песчаная коса, которая идет на остров, она сейчас еще достаточно глубоко под водой. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы оно не вешалось. А здесь вот снорклингом занимаются в районе той лодки. Значит, пока мы здесь немножко искупались, толпы туристов стали приезжать на остров. И вот такая вот вереница людей. Она вот, посмотрите, там дальше на пирсе идет и идет бесконечно. Корабль только что разгрузился, и так вот корабль за кораблем, лодка за лодкой высаживают здесь людей. А часть уже в воде, поплыли на коралловый риф. Ну что вы расскажете, как там риф? Здесь вот ребята, похоже, со своими гамаками пришли, натянулись и отдыхают. Идет потихонечку, коттеджики такие.
А вот это отмершие кораллы такие лежат. Они уже, видимо, перемешались с местным песком и камнями, и цвет белый на серый поменяли. Вот такие ступени идут вверх. На самом деле хорошо, что дорожка оборудована. А то вчера прям мы по таким джунглям лазили с канатом, что, честно говоря, очень было тяжело подниматься на вьюпоинт. Правда, вчера самочувствие у меня было не очень хорошее, поэтому я ничего не снимал. Только на телефон немножко сторис. Тропа идет все в гору и в гору. Подъем достаточно комфортный. Некомфортно то, что столько много людей сразу идет, и еще периодически идет поток навстречу. Поднялись где-то уже метров 40 над уровнем моря. Так, походу мы встряли в пробку на вьюпоинт. Представляете? Очередь из туристов. Офигеть. Представляете, ребят, уже почти 20 минут стоим в этой пробке. Вон уже видно конец этой пробки, но, блин, все равно тоже вот так вот неожиданно. А за нами выстроилась вообще, наверное, нереальная очередь. Я даже не знаю там, где она заканчивается. Ну что, мы приближаемся к верху. Здесь специальные инструкторы, которые фотографируют и смотрят, чтобы люди особо не задерживались. Но некоторые особо отчаянные вот могут залазить на вот эти скалы. И самый лучший вид откроется, конечно, вот с того камня, где стоит парень, оттуда все фотографируются. Здесь как обезьяны слазим, потому что там, где мы заходили по ступенькам, очередь в одну сторону, уходят все с другой стороны ко мне, чтобы не толкаться. А здесь тропы нету до какого-то участка. Ну что, ребят, стоит этот вид ожидания 45 минут или нет, решать вам. Ну а мы продолжаем прогулку по островам, по этим трем островам. Сейчас двинемся опять к пляжу и будем исследовать острова. Не переключайте на другой канал. Давайте досмотрим это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы путешествуем. Уже людей на пляже. И сколько в воде. Потихонечку народ набирается на островах. Набивается, я бы даже сказал. Отлив пока еще не начался, поэтому переходим опять по воде. С
снорклинг здесь прям вовсю процветает, можно сказать. Очень много людей, кто с масками изучает дно. Здесь можно взять в аренду жилет и маску 150 и 50 бат. Но за 350, за 300 ватт здесь уже можно купить полноценную маску. Поэтому, если вам нравится нырять с маской, лучше ее приобрести. Если вы устали от жары и пляжа, можно здесь подкрепиться. Буфет. С этой стороны, на которую мы приплывали. Здесь непосредственно территория отеля. Ну, наверное, какой-то здесь обслуживающий персонал по дайвингу. Можно сказать, я проскользнул на задворке курорта. Так как остров маленький, тут все как бы, все компактно. Видите, сколько тары. Здесь дизель-генератор работает. Отсюда на острове электроэнергия. Короче, народ здесь отдыхает вовсю. Ушел я с той зоны, где генераторы. Здесь вот все, видите, как цветет и пахнет. Ну, конечно, на острове везде много мусора. Не успевает его, видимо, вывозить. На задворках, в нетуристических местах везде мусора. Здесь еще одна небольшая беговая площадка. И тут тоже занимается снорклингом. Водичка прямо лазурная-лазурная сегодня, солнышко. Вот здесь ресторанчик, где можно покушать. Ну, по факту, я уже все обошел, что можно обойти на острове. Вот единственное, наверное, как будет чуть поменьше воды, можно будет перейти на вот тот остров, но, скорее всего, там тропинок нет, можно погулять только вдоль скал. Ну, а я, пожалуй, займу один из шезлонгов и понежусь с солнышком. Ну вот и закончилась наша прогулка на сегодня на этих островах. Мы возвращаемся обратно. Скоро будут еще новые путешествия. Так что ждите, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч. Пока!